Семья Чконе в 2004 году переехала в Щелковский район с Дальнего Востока. Там проходили военную службу Елена и ее муж. В семье трое детей, самому маленькому 3 года. Женщина признается, получить участок – нужный и своевременный подарок, о котором она и мечтать не могла. Настолько благодарна, я не могу даже выразить слова, потому что до самого последнего, вот просто за последние 3 дня мы узнали, что нам районная администрация вот во всем помогла. Помогли и с организацией праздника, на котором веселились детки из других многодетных семей. Аниматоры устроили настоящую веселую игру, и ребятам скучать не пришлось. Рядом с домом семьи Чкони расположены еще 50 участков, выделенных также по программе поддержки многодетных семей. Вы знаете, что на территории Московской области, губернатор Московской области и руководством нашего района особое внимание уделяется многодетным семьям. Государство делает все возможное для того, чтобы вам помочь сделать ваш быт комфортным на территории нашего гостеприимного Щелковского района. Соседи новую семью приняли добродушно, пришли на праздник порадоваться новоселью и поздравить. Пока многие семьи еще обживаются, хотя полноценных условий для проживания здесь пока еще нет, одно радует – дороги к участкам недавно проложили. Вот дороги сделали, и мы очень благодарны главе сельского поселения Огунева Сорокину. Спасибо ему огромное, спасибо районной администрации. Так что получился настоящий соседский праздник. Неравнодушными оказались соседи к людской беде. Собрали деньги для поддержки другой многодетной семьи, в которой ребенок серьезно болен. Вот такой обмен добром. Подарок от властей и ответный подарок людям от людей, объединенных общей любовью к детям. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».